Жиши пиши с буквой И. Чаща с буквой А. Имена собственные пишутся с большой буквы. Например? Например, Москва. Исключение. Цыпленок. Цыпа. Как пишутся? Через букву И. Удвоенное Н в прилагательных, если Н входит в коренное слово, под коренное слово. И одна, если не входит. Оловянный, деревянный. Например, я пользуюсь русским языком, не отдавая себе отчет, какими правилами я пользуюсь. Раньше был йогурт, теперь можно йогурт. Торты и торты тоже варьируются. Точно, да, глагол двумя линиями, существительное одной линии. Не с глаголом, пишется раздельно. Я преподаватель русского языка и литературы, и я очень любила русский язык, но все запомнила. Я считалку, например, помню. Шел крокодил, трубку курил, трубка упала и написала, ну, там, к сожалению, неприличные слова.